На Украине выпустили джин из бутылки. Дали возможность вот той кучке негодяев, которых по-другому не назовешь, почувствовать волю, безнаказанность, свободу действий, которые не наказуем никоим образом. Да? Для них Порошенко это никто и никак. Более миролюбивого народа нет, в принципе. Только атарики и украинцы. Может быть, португальцы, если я их напою. Перемирие навряд ли произойдет, потому что на тех давит Америка и Европа, на Восток не будет под них подкладываться. Хотя жертвы еще будут 100%. И я думаю, к сожалению, это затянувшийся конфликт. Страшно об этом думать, но тут будет, наверное, не перемирие, а я боюсь, что может случиться еще более что-то страшное. И тогда, может быть, наша власть что-то сделает с этим. Потому что и так уже хуже некуда. Ну, наверное, нужен окончательный удар какой-то. Все понимают про себя нонсенс. Россия, Украина, враги. Ну, что это за... Что? Ну, как, кому это может прийти в голову? Гражданская война, она должна остановиться переговорами не по поводу того, что ты разоружись или ты там извинись. Нет. Там надо договариваться в каком-то смысле на равных. Порошенко, мне кажется, не готов говорить на равных, потому что он не вполне руководит страной сегодня. Существуют и Коломойские, существуют всякие другие течения там, в Киеве, я имею в виду, в Днепропетровске и так далее. Мне кажется, что Порошенко не владеет сегодня ситуацией, чтобы закрыть войну.